пойдемте. Проверим, как же вы умеете рисовать на компьютере. Посмотрите, пожалуйста, у всех на компьютере. А сейчас включится, сейчас мы все включим. Сами все включите. Посмотрите, у вас есть прямоугольничек на компьютере. Я показываю, есть прямоугольничек на компьютере. Это мышка такая. Вот чтобы... Я знаю, что это мышка. Знаешь, замечательно. Я тоже. Тоже, знаете, вот по ней нужно пальчиком поводить, и тогда будет стрелочка бегать. Попробуйте, пожалуйста, поводите пальчиком. Бегает стрелочка? Нет, у меня уже переключили. А, сейчас посмотрим, что у тебя переключилось. Ничего. Слишком быстро бегала эта стрелочка. Прикольно. Нет, мы... Ой, помог, спасибо. Давай. Вот. А теперь посмотрите. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на доску. Нам с вами нужно здесь найти три одинаковые фигурки. Внимательно посмотрите. И найдите три одинаковые фигурки. Какие три одинаковые фигурки вы найдете? Я нашла одну. Черепахи. Черепахи. Три черепахи. Да, я нашла ёжика. Ёжика. А я пушки. А я дельфины. А давайте посчитаем. Три. Раз. Давайте ёжиков считать. Один, два. А где третий ёжик? Нет. Нет третьего ёжика. Черепах, кто-то сказал. Давайте считать черепах. Один, два. Нету третьей черепахи? Кто же еще у нас был? Кого вы называли? Гусь. Гусь. Давайте гусей считать. Один, два, три. С правой стороны у вас есть разные картиночки. Найдите, пожалуйста, красный карандашик. Нажмите на него. Так, взяла уже карандаш. Молодец. Нет, мы нажимаем обязательно на красненький карандаш. А теперь посмотрите. Не получается. Не получается? Я не могу найти вообще. Смотри. А я нашла уже. Сейчас помогу. На, я тебе взяла карандаш. Гречка, смотри. Все, показываю карандаш. А теперь посмотрите, пожалуйста, на а теперь посмотрите на доску. Мы этим карандашиком обводим с вами гуся. Одного гуся. Кто у нас все закончил? Меня и подать якоря. Якоря. Снегирь. Так, снегирь был последний, да? Молодец. И еще не подать муравея. Муравья. Два.
щитки двери. Так, так, сразу, не, не отрывай ручку, попробуй сразу. Пять, рукой сразу, раз. Хорошо, молодцы. Ну вот, видишь, что здесь получилось, хорошо, да? Дай старточку, оставим здесь. Я потом этот листочек дарю вам домой. И вы сможете еще немножко потренироваться. И дома на кубике найдите, пожалуйста, горизонтальную линию. А сейчас положите карандашики. Так, ребятки, мы когда занимаемся письмом, руки устают, и мы делаем пальчиковую гимнастику. Я знаю как. Да, знаете как? А я вам покажу. Пожалуйста, вот так вот оставим рядышком. Да? Давайте соединим пальчики. Начнем с мизинчика. Раз, два, три, четыре, пять. А теперь разъединяем. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. А вот это знаете все, да? Да. Мы писали наши пальчики, устали, мы немножко отдохнем и опять писать начнем. Умнички, а пока что мне как ее ручку поставили. Вот так пальчики. Вот застучали носики. Застучали носики. Молодцы, хорошо. А пока что как вы прямо вот. Так, пальчики, пальчики по пальцам. Бегаю, 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 бегаю. Молодцы. Вы еще должны нам съездить, как вы еще родители.
хочу быть. Я хочу быть лисичкой. Лисичка. А лисичка. Ну, давайте мы девочек лисичку, сестричку найдем. Так. Лисичка, сестричка. У нас я злозба. Остался только волк. Волчок, серый волчок. Волчок, серый волчок, а я медведь. Медведь я. Ты медведь будешь? Да. У нас еще. Ну хорошо. У нас еще преподает Катя. А остальные ребята будут звонить меня. Хорошо? Пожалуйста. Так, артисты. Я волк здесь. Артисты, выходите. Построитесь на завтрашней камне, сказки должны выходить. Кто первый дома сказки приобретает? Да, медведь, а медведь показывает, даже может присесть на самый последний, да, вот он присаживается. Мышка первая, потом замуж, кто в тюрьму пришел? Лягушка. Лягушка, бабушка, лягушка, бабушка. Сюда, типа, ты лягушка. Бабушка. Так, после. Должен выходить кто у нас? Зайчик. Да, а Мишка что-то не выходит. А Мишка будет потом, он потом. Никто не отвечает. Решила мышка, что будет жить в теремочке. И зашла в теремок. Мышка, присаживайся в теремочек. Скакала в теремку лягушка и спрашивает. Тук-тук. Кто там? Кто в теремочке живет? Кто в теремочке живет? Это я. Мышка. Я лягушка. А ты кто? Я лягушка. Лягушка. Иди ко мне, что приходи. И зашла, и стали они жить вместе. Поселилась и лягушка в теремке. Я представляюсь. Я да. Мышка. Лягушка. Лягушка. А я лягушка. А я зайчик, побегайчик. Иди ко мне жить. И стал зайчик жить вместе с мышкой и лягушкой. Я лисичка, кошелка. Ну, Лариса, пустите меня жить.
А что зверь отвечает? Ты какой большой, ты нас сразу жаришь. Ты нас раздавишь. Молодцы. А Мишка говорит, ничего, я на крышу как-нибудь помещусь. Ничего, я на крышу И полез медведь на крышу. Карточку и скажет, что мне написано. Так, смотрите, ящики с игрушками. Всем видно? Да. Что же есть? Вот Ваня сейчас должен вспомнить, что бывает в ящике с игрушками. Вот давайте так, мы будем другому передавать по кругу. Ладно? Я начну и по кругу. Она когда-нибудь она взорвется, но только не бойся, она не страшна. Вот у кого она как взорвется, тот забирает себе эту карточку. Договорились? Хорошо? Хорошо. Так, готовы, да? А да. Тебя как зовут? Андрей. Андрюша, ты передаешь Анастасии Дмитриевне. Хорошо? Вот. Я даже сяду попозже. Так, готовы? Да. Мишка. Кукла. Молодец. Что бывает в ящике с игрушками? Рис. Подсказка. Какие игрушки ты знаешь? Какие игрушки? Машинки. Собака. Вот. Рубль.
Которые нас ждут. Вы должны быть сообразительными, дружными,
смелыми, внимательными и наблюдательными. Так будет. Готовы? Да. Готовы. Молодцы. Тогда только умно, только ловко разгадать головоломки. Ты по клеточкам шагаешь. Что там скрыто, угадай. Итак, перед вами лежат листочки в клеточку. Посмотрите. Да? Возьмите их. Карандаши, выбирайте любой, какой хотите. Итак, найдите начальную точку. Нашел. Вот начальную точку у вас. Посмотрите. Да, деталь потом, вот по клеточкам, молодцы. Умеете писать? Да. Умеете его писать? Молодцы. Так, кто не нашел? Все готовы? Да. Итак, внимание. Поставили карандаш в начальную точку. Итак, три клетки вправо. Две клетки вверх. Две клетки влево. Две вверх. Пять вниз. Три вправо. Одна вниз, одна влево, одна вниз, пять влево, одна вверх, одна влево. Что случилось? Ничего страшного, ничего страшного. Не успела. Ничего страшного. Мы сейчас поплывем. И одна вверх. И одна вверх. Пойдем. Кораблик получился. Кораблик получился, правда. Садись, не переживай. Сейчас. Итак, получился кораблик, на котором мы с вами поплывем. Выбрали капитана. Кто у нас будет капитан? У кого получился такой же корабль? Вот такой же, молодец. Мы на этом кораблике с вами отправимся в наше царство. И первая станция, которая первый порт, это нас ждут жители геометрических фигур. Теперь положите перед собой, пожалуйста, ребятки, белый листочек возьмите и треугольнички. Вы должны из этих треугольничков составить домик. Давайте наклеим этот домик на листочек. Готовы? Да. Так, время нас ждет. Поехали. Итак, составляем домик и приклеиваем его на листочек на беленький. Это должны сделать. Да, я помогу. У нас есть помощники. Так, ну-ка. Как же его сложить? Так? Да. Ну-ка, вертите. Так, молодец, умница. Так, крыша. Так, и приклеивайте, берите. Молодец, крыша начал. Хорошо. Вот. Так, и приклеиваем. Только что-то у нас домик какой-то, по-моему, не очень такой интересный получился, правда? А, ребята, как вы думаете? Да. Так, а что ж не хватает-то? Трубы. Ну, трубы не хватает. Ну, а чем еще не интересен был, а? Ну, смотрите, невеселый, наверное, правда? Да? Невеселый. А что ж нужно сделать, чтобы его развеселить-то немножко, чтобы он был у нас хороший? Раскрасить, да? И нам к нам на помощь пришел художник, раскрасный. Вот вы знаете, в королевской математике тоже есть палитра, только математическая палитра. И мы сейчас с вами попробуем отгадать, что же это такое. Так, возьмите, пожалуйста, в руки. Я бы не просила парами, или хотите по одному, хотите парами вдвоем работать? Как вам интересно? Я хочу парой. Хочешь парой? Иди к соседям, мальчик.
Так, и теперь посмотрите, напротив каждой фигурки, которая вам дана, вы внутри. У вас надо такое было? Молодцы. Молодцы, какие умные. Так, кружочек небольшой. Видите круг? Да? Да. Итак, у вас внутри фигурки. Это фигуры нарисованы фишечки. Видите, кругленькие фишечки. Есть дырочки, есть без дырочки. Цвета разные. И вы должны теперь найти эти фигуры, которые за кругом, и поставить фишечку, вот вставить краску тут, которая соответствует этой фигуре. Фишечки у вас вот высыпаем. Вот фишечки. Здесь вот твои, это твои. Итак, кругом, давайте-ка ищем ту фигуру, которая соответствует определенной краске. Обратите внимание о том, что у нас краски могут быть с дырочками, а могут быть без дырочек. Какую бабочку ищешь? Вот эту. Так, вот это где она? Где она нарисована? Где она здесь нарисована? Смотри. Так, вот сюда ставим фиолетовый. Молодец. Следующий ищи. Так. Так, ну, получилось? Так, перевернула? Верно? Молодец. Можешь домик свой брать и раскрашивать. Забирай домик. Так. Так, все совпало. Все краски? Все краски. Бумажки покупайте. Что там называется? Покажи. Вот. Ну, еще немножко. Так, переворачиваем. Молодец, иди хвастайся родителям.
тоже делали, да? Ну а теперь вы спокойно можете дома раскрасить домики. Домики для жителей страны математики, да, в котором будут жить помощники нашей с вами комиссии. Молодцы! Спасибо вам большое за работу на занятии на нашем. Понравилось? Да. Ну, в будущем математики, наверное, будут, правда? Да? Да. Так, выбирайте свои домики, и дома их раскрашивают. Детки, да? Которые вам... А корабли можно взять? А? А корабли можно? Оставьте палитру здесь. Палитру. А корабли можно? Да, конечно, конечно, можно. Я здесь, да. Ну что, ребят, вот вы пришли в школу. Скоро вы станете первоклассниками. Но в школе не только сидят за партами и так учатся, а еще иногда играют. Перед вами у вас специалисты с таким, с которыми можно поиграть. Я Анастасия Дмитриевна, я психолог. А рядом со мной Татьяна Юрьевна, это логопед. Мы с вами будем учиться и играть. Сейчас первое задание у вас даст Татьяна Юрьевна. Готовы, ребята, да? Да. Скажите, вам понравилось у нас в школе? Да. У вас еще много интересного ждет на самом деле? Да. Я знаете, что вам хочу сказать? Мы же с вами слышим очень-очень много звуков разных вокруг нас. Ну, давайте сейчас первое закроем глазки и послушаем, что же мы слышим. Закрывайте глазки. Так, открываем. Кто что слышал? Я слышу телефон. Давайте. А я слышу желтый. Вот сейчас я вам буду говорить слова и попрошу вас сказать, что вы слышите в начале слова. Хорошо? Скажите мне, пожалуйста, в слове гриб. Гриб. Рыба. Утка. Шляпа. Арбуз.
Посмотрите внимательно на ковшин. Найдите внизу буквы, которая расположена у нас здесь. Можете их раскрасить или обвести. Или сделать как зеброполоса. А можно эту раскрасить? Можешь. А если я там раскрасить на одни точки? А можно раскрасить? Можно. Можно. Надо. Сейчас ты все узнаешь. Нашел здесь хотя бы какую-нибудь букву? И потом найди ее здесь. Сначала покажи, что там. Магазин. Не, в холодильнике. Вспоминайте, что. Что бывает в холодильнике? Все вспомнили, да? Что лежит там бывает? Давай. Еда. Поехали. Что бывает в холодильнике? Мороженое. Молоденькие. Что еще бывает в холодильнике? Бананы. Молодец. Мясо. Да. Бананы. Фрукты. Бананы. Сыр. Пирожные. Ананас. Это тебе очень мой память. Будем делать.
Итак, у вас совсем легкая задача. Посмотрите, у вас уже венец сгиба. Сделано. Давайте сложим этот Полина сгиба и приведем. Да, молодец, треугольник. Вот, смотрите. Правильно, линия сгиба. Правильно. Молодцы, положили перед собой. Теперь берем нижний правый уголочек и подводим к верхнему уголку. Смотрите, вот сюда. Вот. Вот смотрите, левый уголочек, правый уголочек. Вот так. Молодец, вот так. И подвели к верхнему. Правильно. Да, да, да. Вот так. Молодец. Молодец. Только так и держи. Вот так, смотрите. Да, да, да. Смотрите. Это же все правильно. Вот так. Да, да, да. Вот так. И второй тоже внизу. Левый уголочек соедините с верхним уголочком. И проведите линию сгиба. Молодец, Дунечка. Умничка. Теперь второй дел. Левый так соедини рядышком. Молодцы. Не спеши, не спеши. Вот и себе достал. И вот так. Ты не спеши, у нас всего волос. Да, молодец. Умничка. Вот. Вот так смотрите. Да. Помогите, пожалуйста. Помогу, конечно. Провели линию сгиба и вот так. Я вижу линию сгиба. Да, вот так вот линию сгиба. Вам тоже проведу линию сгиба. Всем проведу, всем помогу. Вот. Теперь у вас получился квадратик. Смотрите внимательно. Вот смотрите, видите? Теперь сложите в этот в виде треугольничка. Вот так. Потом вот так. Нет, не так. Ты сразу вот так назад складываешь, сгибай. И проводите линию сгиба. Вот так? Да, вот да, так? Да, молодцы. Так да. Сделал. Молодцы. Ой, какие умные детки. Да? Ну, я и сама делала хорошо. Вот молодец. Вот, держи. Да, Лисенька, вот так, сложи вот так. Вот так. Переверни его назад. Вот так, переверни. Да, это все заберется с собой домой. Вот так, Лисенька. Так, молодцы. Теперь смотрите все сюда. Вот этот, где у вас не соединяется, это будет у нас хвостик, если загните его немножко на себя. Вот так, смотри. Да, 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 молодец. Проведите линию сгиба. Я сейчас помогу. Молодец. Вот так, вот так, смотрите. Я сейчас подойду, посмотрю, мои хорошие. Сейчас у всех посмотрю. Посмотрю у всех. Ой, молодец. Нет, не соединяется. Вот, вот смотрите, вот так. Я сейчас подойду, мои хорошие, подойду. Сейчас я с одной стороны подойду. А, ты уже совсем. Он же молодец. Только по прямой, пожалуйста, вот так, по прямой. Нет, смотрите, вот так. Мне вот так. Да, моя хорошая, так. Смотрите. Молодец. Только мы сказали не где, а где вот здесь, где не разъединяется хвост. Ну что, Лиса, получается, гляди, как у деток, получается быстро. Молодец. Только другой слово. У тебя все правильно. Ты самый хороший, молодец. У всех красивый. Посмотрите, вот молодцы. И совсем немножко осталось. Посмотрите. Посмотрите, ребята. Теперь. Раз, два. Отсчитали. И загнули. Сейчас помогу. Я не умею. Вот так. Один, два, отсчитала, загнула. Держи, пока держи педаль. Смотри, один, два, отсчитала, отсчитала, вот так загнула, держи пока. Где? Да, смотри, раз, два. От себя. Держи. Молодец. Молодец. Да, молодец, правильно. Молодец. Только ты ее раз. Я ты не плачешь, за что ты
ее взметнул. А тебе? Путешествие удивительный мир звездного неба. Вы когда-нибудь смотрели на звезды? На что они похожи? На большую медведицу, на маленькую медведицу. Разные, да? Разные созвездия. А если мы с вами посмотрим на звездное небо, когда у нас нет ветра, то нам кажется, что каждая точечка сверкающая очень-очень маленькая. Как вы думаете, почему? Потому что они далеко от космоса. Конечно, они очень далеко от нашей Земли. Но на самом деле звезда – это большое раскаленное такое чудо, похожее на Солнце. А вы как думаете, что ж такое Солнце? Это такой большой огненный шар. Огненный шар. А еще кто как думает? Это звезда. Это звезда. Вы посмотрите, ребята, сегодня со мной вместе. Унитария пришла Зинка, которая предлагает нам попутешествовать на звездном небу и сходить в гости к Солнцу. Будем путешествовать? Да. Приготовились? Да. Смотрим на путешествие. Вечером. Молодцы, тоже запомнили.
Это дает вам задание. Посмотрите внимательно. У вас сейчас на карте лежит листочек, который изображает космическое пространство. Попробуйте сейчас изобразить планеты, как они располагаются вокруг Солнца. Корзиночка у вас есть клей. Берите, не бойтесь, берите, пожалуйста, листочек. Убирайте какие-то планеты, да? Разложите их. Найдите там солнышко. Солнышко должно быть в серединке. Совершенно верно. Получается клей открыть? Нет, 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 нет. Вот эти так и есть. Посмотрите, а кому трудно, посмотрите на экран. Он вам поможет немножко. Итак, в центре вы располагаете солнышко. А вокруг солнышка целую семью солнечную, да, которая вращается. Планеты. Планеты, молодцы. Получается? Посмотри внимательно, как они там, посмотри, втроем расположились рядышком друг с другом. Три планеты, да, рядышком? Прям по контуру на нас. Вот так? Угу. Сейчас я тебе помогу. Все хорошенечко. Да? Прижимайте хорошо, хорошо планеты. Прям все движутся вокруг солнышка? Да. Отлично. Так. Ну, получилось? Угу. Ну, отлично. Ну-ка, давайте посмотрим, что у вас получилось. А теперь покажите своим родителям, что у вас получилось. Это третий класс? Здесь третий класс учится. Ну что ж, ребят, вам понравилось путешествовать с нами? Да. Да? Вы к нам придете еще путешествовать долгую-долгую свою школьную жизнь? Да. Приходите, вас будем ждать. Будем рады вас видеть в стенах нашей школы. Есть на земле пшеничный колосок.
вместе скажем. Зерно! Отгадать легко и быстро. Мягкий, пышный и душистый. Он не черный, он не белый. А бывает подгорелый. Хлеб! Да. Давайте все вместе скажем. Хлеб! Нет, ты не пьюли, я дружу. Голосистый петушок. Землю теплую иду. К солнцу колосом зайду. Днем тогда дожди. Я сплю целый снега. Колосок. Вот еще немножко. Сел и растаял на моей ладони. Спешим я!
четвертого класса. Петушка играл, рисует опрос. Ведущий – Эх, озвучивала нашего главного героя дедушку Машу Смирнова. Мышата, веселые мышата – это Агеева Василиса и Тетеркина Полина. А наш важный ведущий – Яков Кубичев. Аплодисменты, Маша. Ждем вас на следующий год в школу. Будем тоже выступать. Будете